тебя можно такой нескромный вопрос? Откуда такая уверенность? А, уверенность? Ну, она приобретается с играми, наверное. Морозов перед дилеммой. Сохранить схему, выпустив дебютанта Аршавина. Или изменить ее. Морозов верен себе. Серия взаимных ошибок неподалеку от Воронежской штрафной заканчивается трюком Александра Киржакова и неожиданным для Гончарова ударом в дальний угол Андрея Аршавина. Возможно, голкипер решил, что наш хавбек не станет бить сам. Сумасшедший слалом в исполнении Андрея Аршавина заставляет Кебе и Чуйсе побелеть от ужаса, а Митрески покраснеть от стыда. Киржаков настолько филигранно совершил передачу в штрафную, что обиженный судьями Аршавин беспрепятственно расстрелял Ковалевск, записав на свой счет еще один очередной забитый гол. Для форварда «Зенита» в этом матче нет ничего невозможного, поэтому голкипер «Цервены» не спас. Гол Аршавина – наглый гол с подрезкой, тому яркое свидетельство. Горшков, но и ошиблись сейчас. Аршавин! И мяч летает в ворота! И Аршавин! Аршавин! Удар в травмой! И три! Третий мяч Андрея Аршавина! Так, забыли Аршавина. Он в штрафной площадке, можно забивать, Андрей! Так оно и есть! Браво! Браво! Андрей Аршавин! Аршавин! А вы только одного! Идет еще дальше, слева скилак! Можно бить! Удар! И мяч летает в ворота! Андрей Аршавин! Денисов! Аршавин! Надо бить! Правильно, Андрей! И мяч! Мяч влетает в ворота! Андрей Аршавин! Шир уже в штрафной площадке. Пас вдоль ворот. Аршавин. Надо забить. Андрей. Забей. Андрей, забей. Забил. 50 мячей Андрея Аршавина. Опа. А можно игру продолжать, показывает арбитр. И Андрей Аршавин сравнивает счет. Аршавин, Эскобар. У него за спиной нет, то есть с помощью рук может как-то... Штрафной нормации, Аршавин забивает великолепный мяч. Вот сразу точный пас, и теперь Аршавин. Аршавин выдвигается вперед. Идет штрафной, бомби у него сзади. Удар Аршавина, гол! И Зенит тем временем открывает счет, пока мы смотрели повтор. По-моему, Андрей Аршавин с излюбленным своим жестом. Аршавин рвется по флангу. Мимо Хаги прошел Аршавин. Штрафной удар. Гол! Гол забивает Андрей Аршавин. Зенит выходит вперед. Времени Киржаков по углу штрафной. Ой, как красиво. Мимо Шейфер. Сухопасывает Аршавин. Удар! Гол! Идет вперед. Аршавин штрафной. Удар и гол! Андрей Аршавин! Может быть, что-то не получилось. Или не получается, но я прикладывал, мне кажется, максимум усилий, чтобы реализовать то, что во мне заложено Богом.